Так, едем дальше. Сегодня у нас... Короче, ладно, хотел. Гитара классик, там названия нету. Но за такую цену, короче, блин. Какие бы ни были названия, ребята, вот, надо идти пощупать. Вот, для тех, у кого с денежкой там как бы не очень. Я до 40 лет играл, блин, одна палка, два струна. Так что это все нормально. Не надо себя считать, что там, блин, несчастный, не знаю, что, блин. Нету денег на инструмент. У человека есть голос, создатель дал голос. Это самый серьезный инструмент. Вот, любые аудиофилы, блин, они стремятся заполучить записи настоящего голоса без эффектов вообще. Так. Это бельский чувак, блин, этот Кай, у него там никнейм, еще есть пару никнеймов. Опасный тип, он ничего не делает гитарам, он просто перекупает все. Вот, и еще там он снимает оригинальные, блин, с неплохих гитар электрозвукосниматели. Вот, его надо проверять от и до, вот. Так что с ним ухо востро, тут многие на него жаловались. Многие писали тут, а он прислал кому-то дрова в мешке, вот. На это самое, ну, то есть в Бельце мы как, мы платим деньги водителю, вот, он, водитель, едет в Бельце, этот чувак дает гитару, гитара приезжает, а там дрова, блин, вот, так, имейте в виду, вот, и тут человек писал, люди писали не раз, вот, объявление, типа, как тоже гитару продаю, но они писали, помогите, пожалуйста, помогите. Так что имейте в виду, инструменты музыкальные вообще на заказ не покупаются, не приобретаются. Продам электрогитара Squier Mustang. А, Mustang, да. Ну, вот она, знаменитая эта модель. Модель, под которую они сделали Squier, это Fender Squier, это... дешевка, то есть, ну, есть знаменитая Fender Mustang, вот, как бы, да. 4 штуки, не знаю, надо послушать, чтобы там не поменяли звукосниматели там, ну, у дешевого, как бы, там, в принципе, нечего менять, но есть чего менять, потому что есть вообще никакие звукосниматели. Вот, и делаю даже это. Не сомневайтесь, я уже навидался до хрена, блин. Те, кто играют, тоже знают очень хорошо, блин. Аска Джапан, это тоже Бельцы. Вот, я уже подсмотрел. Не знаю, надо слушать, потому что тут многие. Джапан я был, слушал там. Туфта смотришь, берешь в руки, сразу видно, что это какая-то, блин, херня, блин. Гитара Fender Harley Benton. Harley Benton, блин, вот этот орел, блин. Надо посмотреть, давайте зайдем, да. 3200 и посмотрим. Я часто вижу это, вот, товарища. Imaginatio, да. Смотрим, что пишет. Что пишет. Так, гитара акустика. CD60, 3700. Цена 3200 плюс чехол 3700. А, CD60, да. Нормально. Все как надо. Так, Harley Benton. D120 с электроподключением. 3700. Не, ну ты гонишь. Плюс этот самый. Плюс чехол, да. Да не, это говно, блин, 3700, иди ты нахрен. Чехол вообще не ведитесь на это, никогда не смотрите. Плюс чехол, насрать на этот чехол, товарищи, блин. Нас интересует инструмент, блин, вот. Чехлы есть БУ, там по 100-200 лей, насрать на него, ты шо, блин. Это не куртка и не это самое. Какой он там, разукрасишь фломастерами и все, 3700, вот.
Иди заплати. Гитара с электроподключением это стоит, ребята, 80 евро. Вот. 200, 200, 300, 400, ладно, бля. И что, штуку за чехол? Да нахер он нужен, блин? Ты что, гонишь, блин? 300 лет чехол в магазине, иди гуляй, блин. Летний вообще стоит. Берите летний, ребята. Мы ходили, вот, когда занимались музыкой, школа, то, все. Вот, летний чехол нахрен. Вот, и гитару просто еще в какую-то, это самое... подшивку делали в этом летнем чехоле. Не надо шить по всему периметру. Просто точки прикрепления там через 15 сантиметров, блин. Вот, и все. Вы что, лохи, вообще делать ничего не умеете? Так не надо вообще даже браться за музыку, если вы не можете иголку в руках держать с нитками, блин. Все, нечего вам делать в музыке. Не надо понтоваться. Гитара, не знаю, что. Так, ладно. Кому не нравится...